Поздравьте нас! Та-дам! Та-да-да-дам! Там! Смотрим! Вот они! Вот они! Они уже пару дней как вылупились. Не было времени у меня снять видео. Видите, уже даже скорлупу свою съели почти. Вот тут еще запоздавшие. Так. Покажите нам, ребятки, покажитесь. Вот они. Ох, их тут много. Ох, их тут много. Да. Значит, что я сделала? Я просто-напросто, хоть у меня в комнате и тепло было, и, в общем-то, как бы казалось, что не холодно совершенно, улетятам нужно еще более теплый климат для того, чтобы они вылупились. Поэтому что я сделала? Я просто эти контейнеры, они у меня просто стояли отдельно от всех контейнеров, ну, сверху. Я поставила вовнутрь контейнера и под тот контейнер положила термоковрик. И в том контейнере, в котором были вот эти два контейнера, было немножко теплее, чем в других местах, в других контейнерах и просто в комнате. И они буквально на следующий день вылупились, представляете? Я очень рада. Теперь будем их выращивать до весны. Весной можно будет заказать, ну, когда уже будет тепло. Улетят можно отправлять, когда ночью плюсовая температура. Плюс 10, плюс 15. Вот в такой температуре можно отправлять улиток. Если температура ниже 10 градусов, они уже умирают ночью. Любые доставки, любая отправка занимает по Украине 2 дня и больше. В любом случае, ночью нужно пережить. Я сейчас к чему это записываю? Чтобы после того, как вышло это видео, мою маму не завалили сообщениями в Инстаграм «Продайте улитку». Мы их сейчас продавать не будем 100%. Потому что они просто к вам придут мертвыми. Вы же не хотите получить мертвого улитенка. Я думаю, никто не хочет. Поэтому все улитята будут жить здесь, у меня, до мая месяца. Только в мае ночью температура поднимается выше 10 градусов, и их уже можно отправлять. Это очень важно, потому что если сейчас начнут массово писать сообщения «Продайте улитенка, ну пожалуйста, пожалуйста», а может быть, я возле Черкас недалеко живу, и они доедут ко мне быстро и не умрут, то моя мама не сможет другие заказы обрабатывать в Инстаграм. То есть она не сможет отправлять мох, кальций-смесь, то, что действительно людям надо, а сейчас в первую очередь, и она может это отправить. То, что тебе тут удобно, умостился, такой подсказывает мне, помогаешь, да? Вот, поэтому, пожалуйста, не начните сейчас дружно писать в Инстаграм, а как там дела улетят, а когда вы их будете отправлять. Я предупрежу маму, что я вам подробно рассказала об этом видео, и что если кто-то начнет все-таки писать такие сообщения, этих людей нужно блокировать. То есть это люди, которые не уважают нашу просьбу, мою просьбу, просьбу моей мамы также. То есть если вы неуважительно будете относиться, будете отвлекать, просто так писать, занимать время взрослого человека, то вас будут блокировать. Я предупреждаю, не обижайтесь потом. Потому что, когда напишет 100 человек вопрос просто так, а почему нельзя отправить сейчас, я хочу сейчас, когда вы знаете почему, а просто вам хочется пообщаться, то это неуважение. А когда человека не уважают, он, естественно, не будет дальше общаться с этим человеком. Поэтому давайте не делать ни вам хуже, потому что если вас заблокируют, вы не сможете сделать потом заказ для своих улиточек. И тех же улиточек вы не сможете заказать даже в мае. Не для нас. Вот. Поэтому еще раз очень прошу, после просмотра этого видео, просто вы будете знать, что у нас есть улитята, что они будут продаваться когда-то там очень нескоро. И более того, я вам скажу, что я 300 улетят, конечно же, оставить не смогла бы, потому что 300 улетят, это представьте, сколько нужно контейнеров. Им же нужно постоянно увеличивать размер контейнера, потому что они просто не будут расти, если они все будут в одном контейнере, и их будет очень много. Они начнут ломаться и перестанут расти. Мы же хотим, чтобы нормальные были улетята, поэтому я оставила 40, это тоже очень много. Я оставила 40 с тем, что какие-то будут ломаться все равно. Какие-то, возможно, погибнут, какой-то естественный отбор происходит. Пока они подрастут там до месяца, все равно часть поломается или погибнет. Часть остановится в росте.
то есть тоже будем отсеивать. Останется из 40 еще меньше. Вот. Остальные я заморозила, потому что, ну, понятно, куда мне столько. И сейчас и мы же их продать даже не можем маленькими, потому что холодно. Вот. Отнеситесь к этому с пониманием. Не нужно сейчас биться в истерике, ай, живодерка и так далее. Представьте себя на моем месте, у вас 300 улетят, и вы их не можете никому подарить даже вот в это время года. Если вы думаете, что по Черкасам много желающих просто принять в дар улетенка, нет, это не 300 человек одновременно, а все это время нужно где-то их содержать, чем-то их кормить, кстати. Кормим мы их кальций-смесью хорошей, она дорогая, тоже мы же ее тоже покупаем. Ингредиенты для нее и так далее, то есть это все стоит денег. Вырастить 300 улетят, я когда-то пробовала, это очень тяжело. Я, конечно, это сделала, но я очень сильно пожалела, что я их оставила. Вот, поэтому вот здесь у меня вот 40 улиточек. Я вам поближе сейчас покажу. Они уже подросли. Ну, а вот представляете, какое количество было улиток всего. Я их заморозила, их очень много. И вырастить такое количество, тем более зимой, и когда по ходу дела их не продаешь. То есть, когда я тогда выращивала 300 улитят, это было лето. То есть, они у меня подрастали, и я... Да тихо. И я их продавала. Продавала, мне их оставалось меньше. И когда они росли, у меня их уже было не 300, там 200, потом 100, да? А тут все 300 должны расти до мая месяца, а это полгода практически. Это уже большие взрослые улитки. Представьте, 300 вот таких огромных улиток, как ладошка. Это, ну, где их разместить? Даже всей этой комнаты не хватит, чтобы разместить все эти контейнеры. Это 150 контейнеров. Ну как вам? 150 контейнеров. Даже 100 контейнеров, представьте. Вот у меня тут 4 контейнера и то занимают место, а то 100 контейнеров, а лучше 150. Вот, поэтому пришлось заморозить. Можно было заморозить часть яиц, часть оставить, но я не знала, вылупятся ли они, может быть, не все вылупятся, тем более как-то странно, они долго не вылупливались. Тихо. Вы только посмотрите, насколько быстро растут улитята. Вот эти вот на 2 дня старше, чем эти. Ну, этих я заморозила сразу, да? А эти оставила. Видите, они уже за 2 дня буквально насколько подросли. И так они будут расти с каждым днем все больше и больше. И вот эти 40 улетят, это тоже очень много. И нужно уже думать сейчас о размещении их, потому что они очень много какают. Вот этот вот контейнер я только-только что помыла. То есть сейчас им положу еду, кальций-смесь. И, соответственно, завтра мне нужно будет опять его мыть, потому что тут все мокрое, в какашках. И очень быстро они все это запачкают. Поэтому нужно уже рассаживать их в 2-3 контейнера побольше. И дальше потом все чаще и чаще их рассаживать, продолжать. Еще раз обращаюсь к вам с просьбой не писать по поводу улиток вопросы в Инстаграм. По поводу улиток все будете наблюдать на моем канале. Продажи начнутся не раньше мая. Раньше мая вообще на эту тему в Инстаграм вопросы не задаем. Все, что касается товаров для улиток, да. Все, что касается улиток, нет. Мы не хотим тут сейчас не их заботиться, выращивать, а потом отправить, и чтобы они пришли кому-то, приехали мертвыми. Это будет очень неприятно. Ну, а теперь смотрите продолжение того видео, которое началось, которое я сняла несколько дней назад. Как они будут расти, будем их с вами измерять, создавать им самые лучшие условия, кормить, конечно же, будем. И все это увидите на моем канале, поэтому обязательно подписывайтесь, если еще не подписано, ну, проверьте прямо сейчас. Красная кнопочка вот там или серая? Если серая, значит подписаны. Если красная, значит ее нужно нажать и подписаться на канал, тогда она станет серая. И вы будете получать уведомления, если еще колокольчик нажмете возле кнопочки. Будете получать уведомления и
видеть мои видео все, не пропускать ни одного. Вот. Ну, уведомления, кстати, не всегда срабатывают, поэтому все равно заходите иногда на канал, проверяйте. Видео выходит несколько в неделю, наблюдайте за этим. Вот тут вот, в этом контейнере они у меня стоят. Ну, вот этот вот улит постоянно его переворачивает. Я думаю, что переставлю вот сюда. Здесь у меня живет маленький единорожек. Сынуля единорожка и единорожек. Только что им поменяла еду. И думаю, что, наверное, сейчас вот сюда вот поставлю эти два контейнера. Эти улитки менее активные просто. Имки. Они меньше ажиотажа создают. А то волнуюсь. Вечно перевернутый. Только что им поменяла еду во всех контейнерах. И возвращаемся по местам. Ага, еще малявочкам хочу сейчас положить. Тоже некоторые уже вылупились и съели свою скорлупу. Вот, поэтому хочу им положить кусочки тыквы. Порезала тоненько-тоненько. Сейчас в кальций вот так вот обмакну. И вот сюда, прямо сверху вот так вот положу. Они его облепливают и едят. И в этот контейнер тоже. Раз, два. И вот сюда положим. Пусть кушают. Еще даже чуть добавлю кальций смеси. Мха слишком много здесь. Чтобы было место, где ползать. Первые 3 дня после того, как они вылупились, улетята, они едят свою скорлупу, то есть им еда не нужна, они едят свою скорлупу, напитываются кальцием, вот, а потом уже им нужно давать, когда скорлупу они съели, нужно давать еду. Но я просто смотрю, что вот в том углу, допустим, все лежат у меня без скорлупы, то есть, видимо, они уже свою съели, поэтому я решила дать им подкормочку, подкормку. И тут, видите, тоже вот, сейчас мох этот тоже уберу. Видите, вот сколько улетят, уже съели скорлупу. Боже, сколько их тут штук? Здесь штук 200, здесь штук 200, наверное. Вот, смотрите, и еще, у меня еще плюс одно яйцо. Смотрите, уже 5, 1, 2, 3, 4, 5. Вот, кто-то все-таки избавляется потихоньку от яиц. Я думаю, может быть, тоже какая-то из улиток хранит их там внутри до лучших времен, типа... Может быть, сюда тоже термоковик поставить под этот. Хотя вот я хожу, смотрите, я в футболке хожу. Жарко у меня в квартире, не пойму. Попробуй поставить сюда термоковик и посмотреть, что будет. Если она снесется, я буду смеяться. Подписываемся на канал. Оставляем обязательно свои комментарии. И заходим, проверяем наличие новых видео. Вот, смотрите, 2 зайцев убила одним ковриком. Коврик положила между 2 контейнерами. Здесь улитка, которая не разродится. У нее будет сверху тепло поступать. А там вон контейнеры, видите, в которых улетята. Здесь будет снизу тепло поступать. Не вздумайте только, если у вас кладка, поставить именно маленькие контейнеры прямо на коврик. Потому что можете не угадать с температурой. И они перегреются и сварятся. Очень будьте аккуратны с этим. Видите, я просто поставила в один контейнер. И там, в общем, температура стала выше. Улыбнись! Новое видео совсем скоро. Подпишись на канал Jess Life Pets и нажми на колокольчик.